Привет! И давно у нас не было распаковок какой-нибудь техники. А то все алкоголь, да алкоголь. Что-то мне уже самому странно, что у меня почти каждый видос про алкоголь. То водка, то так получается. Еще и все нравятся, все смотрят это. Но почему бы и не выпускать про алкоголь? У меня была такая вафельница, бутербродница и гриль вместе. Мультипекер называется. Когда там давно я ее купил, лет 5, наверное, назад, может даже больше. И она прослужила вот буквально до сегодняшнего дня. Она сломалась, у нее перегорел провод. Ну, конечно же, панели там всратые были через год где-то уже использования. И там уже все пригорало. Сначала были антипригарные, а потом они стали не антипригарные. Они у меня даже остались. Вот для примера, вся засранная бутербродница осталась. Тут должны в комплекте быть те же. Ну, сейчас мы посмотрим. И вот я решил заказать себе новую, потому что это очень клевая вещь. И я там делал и вафли, я там делал и бутерброды. Бутерброды самые топовые делали вот в этой штуке. Сейчас я покажу. Давайте ее распакуем. Все люди любят распаковочки. Распаковочки очка некоторые тоже любят. Так что сейчас мы это запаковали. Только-только привезли, я такой думал, блин, надо все-таки показать моим подписчикам мою любимую штуку, мою любимую технику, которую я использую почти каждый день. Я в ней как-то делал гриль, очень долго делал в ней гриль, но потом, когда начало все пригорать, конечно, я перестал в ней делать, потому что в ней очень удобно было делать гриль. Первые дни прям я с удовольствием клал кусок мяса просто и там и жарил. Это все было балдеж. Так, вот, Redmond Ecology Series мультипекарь RMB, как прям BMW 611. Вот такая большая коробка. Коробка здоровая, вот это мы выкидываем. Яндекс.Маркет. Очень хорошо Яндекс.Маркет поработал. Мне даже понравилось, потому что я назначил на с 3 до 4 доставку, он привез ровно в 3. Удивительно. Мультипекарь. Вот, ребята, мультипекарь. В него входит 3 вида панелей. Хотел другую фирму заказать, подумал, давайте попробуем другую фирму. Но в итоге, это фирма, у которой сменные панели. Видимо, чем она и гордится. Универсальное устройство. Вот новые панели. Вот, посмотрите. Вот они, новенькие. Антипригарные. Ничего, ничего. Скоро вы также засретесь. Ну, тут, видимо, покрытие дерьмовое просто. Хотя, не очень-то и сильно засралось. За 5 100 лет, если смотреть. Это я еще помыл, вот тут даже кусочек сыра остался. Так что можно теперь использовать те панели и эти, что одна и та же модель. Панели я выкинул, те, которые гриль, они вообще в дерьмо были. Эти еще котфетка-то сохранились. Давайте понюхаем. Ничем не пахнет. Люблю нюхать новые коробки, которые мне привезли. Чисто с завода, вот они, гриль-панели, вот они, посмотрите, кайфовые. Ну, пока они еще выглядят хорошо. Да, балдеж. Так, это вот сюда. О, здесь положи... А я не помню, тогда было это? Были рецепты или не было? Мне кажется, тогда не было книжек рецепта. Вот обзор мультиварку, кстати, смотри. Обзор на мультиварку. Мультиварки тоже были. Сразу книжка рецептов. Что можно делать в Skymarket и так далее. Видимо, они только сейчас его сделали. Может, тогда, 5 лет назад, этого не было. Ой, банановое печенье можно сделать. Охренеть. А, тут еще разные ведь эти... Ай, блин, тут же разные насадки нужны для этого. Тут же только 3 пара, а каждая панель стоит по 1000 рублей. Ну, раз мы купили новую, можно, кстати, заказать через счет за 1000 рублей. Достаем. Самое главное. О, новенькая, ой, новенькая, чистенькая, какая она гладенькая, господи. А как пахнет-то, Что еще тут есть? Что это? Что это? Что это за щетка какая-то? Не щетка, что это такое? Не понимаю. Надо будет посмотреть, что это такое. Вот тогда не было вот этой хрени. Что это? С ручкой какой-то. У меня, кстати, вот эта штука сломалась буквально за год до того, как у меня вообще вся эта сломалась. А проблема была в проводе. То, что вот здесь провод перегнулся, видимо, внутри. И я не стал его даже разбирать, потому что он была засранная вся вообще. Абсолютно вся засранная. Уход за антипригарным покрытием. Запрещайте использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием. Я и не использовал. Оно все в процессе готовки, оно испортилось просто. Использую только мягкую сторону губки. Так я ее и использовал всегда. Собери свою мини-пекарню. Вот я хотел, кстати, другие еще насадки надо купить. Мне кажется, они улучшили качество модели. В пластик другой поставили, что ли? Так, чик, отодвигаются, хоп, и меняются. Не защелкивайте панели вот так, а то сломается штука. Сразу вот так отодвигаем,
и нажимаем все. Отодвигайте фиксатор. Я всегда это делаю. Ну, посмотрим, сколько она продержится. Ну, надо проверить, хотя бы работает она или нет. У меня есть мясо, которое вам нужно приготовить. И давайте попробуем на гриль-панели мясо приготовить. Например. Всякие буклетики, говнетики, разные вот панели, орешки, палочки, рыбка. Ну, это нахрен не надо, она чуть-чуть полезная, что-нибудь нормальное. Так что всем советую, ребята, вот это. Хоть и Redmond такая среднячковая такая тема, что я не скажу, что у нее супер качество. Покрытие, оно, блин, быстро сдирается. У меня уже на мультиварке пригорело. Мне когда подарили мультиварку? Год назад мне подарили мультиварку. И за год уже покрытие испортилось. Там уже начал пригорать хлеб. Последний раз хлеб вообще в дерьмо превратился, блин, из-за того, что пригорело. Цена-качество вообще зашибись. Я купил его за 3,5 тысячи по скидке в Яндекс.Маркете. Очень даже неплохо. Какие тут есть насадки, которые бы я бы хотел приобрести. Квадрат бы я бы взял. Вот пустой квадрат, который крендель малый, крендель, печенье, крекеры. Крендель большой. И брецель. Вот, кстати, брецель можно сделать. Вафли вообще зашибись у меня получались тогда. Гонконгские вафли. Сосиска в тесте, ни хрена себе. Крылья куриные, чебуреки. Ну, чебурек надо в масле делать, чуть засрань. Весь прикол чебуреков, что они в масле, блин, сделаны. А они хотят, блин, чтобы я без масла их сделал, блин, в запекании. Их же жарят в масле. Какое нахрен запекание? А, вот эту штуку я так и не помню, что это за штука. Поддон для сбора жира. И масло. Чё? Реальное отверстие для оттока жира. Чего, блин? Чё? А, вот это отдел оттока жира. Получается вот так, что ли? Блин, ни хрена себе. Тогда не было такой, кстати, штуки. Они, видишь, улучшили. Сейчас я нарежу мясо, приправлю его, помою эти панели и вернусь. Итак, вот мы их помыли мягкой стороной губки, приправили мясо, сделали кусочек свининки. Сейчас мы его сюда положим и протестируем эти панели, гриль-панели. Так, вставляем. 1, 2. Так, закрываем, включаем. О, они сделали кнопочку. Так, ну вот, загорелось у нас красненьким. Ждем, пока она нагреется. Когда будет зелененькая, мы туда положим наш кусок мяса. Пожалуйста, кусочек мяса. Подождем, пока нагреется. Сколько оно греется будет? О, зелененькая загорелась. Прежде чем использовать прибор по назначению, обязательно произведите цикл нагрева без продуктов, предварительно установив для удаления технической защиты. Смазки. Затем отключите прибор от электросети, дайте остыть и произведите очистку панели согласно разделу «Уход за прибором». Блин, да нормально. Так, кстати. Чуть-чуть маслица. Лучше само мясо маслица помазать. С одной стороны и с другой сейчас помажем. Ну что, погнали, закладываем. Божественный звук. Время приготовления 15-20 минут. А что тут приготавливать? Там она, блин, тонкое такое мясо. Давайте минут 10 хотя бы. Ладно, все, короче, снимаем. 8 минут прошло. Оно же должно быть давно уже приготовиться. Ладно, давайте достанем. Не пригорело. Оно вроде тонкое же. Чего оно с ней будет-то? Вот оно уже давно приготовилось. Сейчас попробуем. Режется хорошо. С запахом железа, да? Прекрасно приготовилось за 8 минут. Тут хорошо, когда ты готовишь только на одного. Купил 2 стейка, положил, один раз 10 минут подождал. В зависимости от толщины, мне кажется, надо ждать. Чик-чик-чик, покрошил, порезал и все, зашипись. На 2 порции, даже на 2 порции, я думаю. Одну положил, сделал, и вторую потом положил. Хотя потом, видишь, жир накапал. Это надо как-то убрать или сюда же зафигачить. Ну вот, пожалуйста, мы использовали, все работает. Ай, все прекрасно, пахнет железками. Советую вот эту штуку покупать. Очень классная вещь. Ну, конечно, если хорошо ее использовать, если правильно ее использовать в чистоте и порядке, то она прослужит вам очень долго. Так что подписывайся, оценивай, ребята. Смотри другие ролики про технику Redmond. Дофига у меня было еще техники. Так что смотри, подписывайся, оценивай. Все, пока.